свойство всей Вселенной. Она реально сказала, ну, а мне какое дело? А я при чем? Ну, может, человеку надо, пусть все делает. Что-то там все происходит, все взаимосвязано. Он Пурнана, да, Пурнана, да. Но Нарада ему не сказал. Так это мой ученик, это я ему сказал это делать. Я говорю, да, Нарада, а, да, тогда да, я пошел. И вот только тогда он явился перед Друва Махараджа. Только после того, как Нарада сказал, что это мой ученик, он выполняет служение, которое я ему дал. Служение тебе. Только тогда Нараяна согласился прийти. И хотя Друва был совершенно не в состоянии прославить Господа, даже увидев его, Нараяна сделал так, что он обрел красноречие, прикоснувшись к раковине его лба. Вот в чем секрет. Вот как Нараяна может обратить на нас внимание, Кришна. Тем более мы хотим не Нараяну, а Кришну. Вот как он может обратить на нас внимание. И первое условие, при котором мы можем получить милость Нарады Муни или его представителя, Прабхупада, представитель Нарады Муни, его последователи, его верные ученики, они представители Нарады Муни. Условие, при котором мы можем получить милость Нарады Муни и его представителей, мы должны перестать чувствовать злобу. В первую очередь преданным. В первую очередь преданным. Перестань. Искорените своего сердца любые недобрые чувства по отношению к преданным Господу. Мы совершенно не способны видеть, кто есть кто. Мы думаем, что вот этот преданный 3 года в сознании Кришны, этот преданный 23 года в сознании Кришны, этот преданный 53 года в сознании Кришны. Это 11 лет. Сейчас на Радхаштаме 52-я годовщина второй инициации, которую Прабхупада была в Западном мире. На Джанмаштаме была первая инициация, 52 года, как была первая инициация. Сегодня на Радхаштаме 52-я годовщина второй инициации. Мечта ведической литературы, как Прабхупада. Мы думаем, что это так. Но это неправильно, потому что при помощи протягшей ануманы мы не можем увидеть истину. Мы можем ее только получить из Шабды, из Шримад Бхагава. И в Бхагаватам Прабхупада объясняет нам, тысячи, десятки тысяч жизней живое существо делает попытки служить.